Отдел полиции городского округа Звенигород входит в структуру межмуниципального управления МВД России Одинцовская и обслуживает территорию городского округа Звенигород и трех сельских поселений района – Ершовская, Захаровская, Никольская. В 2013 году открылось новое современное здание. Член общественного совета Саид Эсамбаев вместе с генерал-майором контрразведки ФСБ России Виктором Евтушенко проверили работу отдела и дежурной части. Оценили информационные стенды с образцами заявлений и нормативных правовыми документами. Отметили хорошую техническую оснащенность отдела. Гости побеседовали с сотрудниками полиции, задали им вопросы об условиях работы, о дисциплине и пожелали успеха в службе. Впечатления у меня хорошие. С управлением внутренних дел Одинцовского района мы дружим давно. Это самое, одно из образцовых управлений в Российской Федерации, без преувеличений, потому что я ветеран боевых действий, полковник, я очень хорошо разбираюсь в системах правоохранительных органов, поэтому мы в общественном совете взаимодействуем с управлением внутренних дел. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Курорт» полицейский общественник посетили детский оздоровительный лагерь «Орленок». Цель проверки – антитеррористическая защищенность объекта. Сейчас здесь отдыхает 372 ребенка. Впечатление у меня хорошее, как и каждый раз, когда я посещаю этот лагерь. Раз в неделю я здесь бываю. У нас на территории вообще три пионерлагеря, вот это один из них. Дети рады, довольны. Мы взаимодействуем и с общественным советом, и с администрацией этого лагеря. Поэтому здесь как бы все на должном уровне налажено. Несмотря на то, что гости приехали в тихий час, не все дети спали, и самые активные выбежали навстречу к ним. Многие ребята находятся в этом лагере не в первый раз. Они рассказали гостям о том, как проводят свой досуг, и даже исполнили танец, который как раз разучили к предстоящему выступлению. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, словим мы 100 000 я. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, словим мы 100 000 я. Ребята очень хорошие и талантливые, поэтому я очень доволен то, что происходит здесь. Честно говоря, это для многих пример. Хочу пожелать всем здоровья, чтобы не унывали. Самое главное – сохранять единство во благо нашей великой Родины России. Остальное мы все добьемся, все будет хорошо у нас. Саид Эсамбаев – человек-легенда, универсальный солдат. Когда-то в свое время он тренировал детей, и поэтому в этот день ему захотелось провести для ребят мастер-класс по растяжке и подтягиванию. Каждый хотел повторить упражнения и преуспеть за мастером спорта. Давай. Молодец. Вот, отлично. Ой. Видела, как это получилось? Ты даже зависла. Молодец. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».